Я нашла. Тотчас. Волшебное слово «тотчас». Я хочу здесь сделать небольшой акцент. Главное, чтобы вы осознали, что вы волшебники. Внутри каждого из нас есть наше внутреннее «я». Его называют «высшее я». Называют «я есмь» то, что «я есмь». Называют «я есмь» Христа. В каждой традиции оно разное. Но вот именно оно является волшебником. Как быть на связи с ним? Потому что вот этот внутренний волшебник, именно он является настоящим «я». Все остальное – маски. Все остальное – маски эго, разрушающие маски эго. Так вот, чтобы быть на связи всегда со своим внутренним волшебником, у нас есть такой инструмент. И я вам сейчас о нем расскажу. Только это секрет, и никому не рассказывайте. Вот прямо держите его, чтобы меньше и меньше людей о нем знало. И этот инструмент – доступен только лишь тем, кто слушает меня. И эта система называется, этот инструмент называется руководящая эмоциональная система. Чтобы понять, на связи вы с высшим «я» или на связи с эго, ну, с масками по-другому, здесь в суть входят эмоции. И такие эмоции, как бессилие, беспомощность, там, жалость, кстати, тоже сюда же относится, потерянность. Это все говорит о том, что вы не на связи со своим внутренним «я». Но вот если вы находитесь под властью вдохновения, радости, любви, вы как бабочка порхаете, у вас все как складывается, как пазлы складываются, это говорит о том, что вы на связи с своим внутренним «я». Давайте его назовем волшебником. Поэтому самая лучшая система – это узнать, на связи вы или не на связи, это эмоциональная составляющая. И вот как раз-таки после моих сессий люди и скидывают маски и возвращаются к себе настоящему. То есть основная цель – это вернуться к себе настоящему, разрешить себе настоящему жить. Потому что все остальное – это не настоящее. И когда ты на связи с самим настоящим, у тебя все складывается. Это называется «жизнь в потоке». Поэтому пиши, о каком инструменте ты узнал в этом видео.